Владимир Путин призвал украинские власти начать переговоры о политической организации общества на юго-востоке страны. Президент России дал интервью программе «Воскресное время» на Первом канале. Нужно немедленно приступить к субстантивным, содержательным переговорам и не по техническим вопросам, а по вопросам политической организации общества и государственности на юго-востоке Украины с целью, безусловно, обеспечения законных интересов людей, которые там проживают. После появившихся трактовок интервью пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что речь не идет о придании государственности Новороссии, речь идет об инклюзивных переговорах внутри самой Украины. Владимир Путин рассказал о встрече в Минске с президентом Украины Петром Порошенко, назвав его партнером, с которым можно вести диалог. В субботу в рамках саммита ЕС президент Литвы Даля Грибаускайте подвергла критике политику России в отношении Украины. Полагаю, ситуация ухудшается. Россия открыто и прямо вовлечена в состояние войны против Украины. Это очевидно. Это означает, что Россия находится в состоянии войны против страны, которая хочет быть ближе к Европе, а значит, практически в состоянии войны с Европой. По итогам саммита ЕС в Брюсселе было заявлено, что решение о новом пакете санкций против России будет принято в течение следующей недели. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ЕС пойдет на ужесточение санкций, если ситуация на Украине будет ухудшаться.